Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем на проекте Родина Олифлей Центральный Округ. Мне здесь Кирюха Полканов. Не забывайте вводить по ним по регистрации. Также можете вводить по промокод. Вся информация есть в описании под видео. Сегодня будет максимально интересное видео, потому что в этом видео я буду крутить новую рулет. Вообще не крутил ни одну новую рулет. Понимаете, когда ее сделали, я ее не крутил вообще. Поэтому видео будет интересное. Мы купим около 10-15 рулеток. Это все покрутим. И возможно нам что-то интересное выпадет. Потому что там есть очень интересные призы. Итак, у меня есть на аккаунте, получается, 3000 доната. И вот, давайте нажимаем другое. И где-то здесь должна быть рулетка. Вот, рулетка 90 штук. Так, купить. Давайте купим, в принципе. Но это, походу, придется да, долго покупать. Ну, давайте, короче, я куплю все рулетки и уже тогда начнем их крутить. Потому что, как я буду покупать каждую рулетку, я думаю, вам показывать нету никакого смысла. Все, я купил все, что мне нужно. Вот, можете посмотреть в чатике. Я купил много рулеток. У меня теперь есть 15 рулеток. И сейчас мы будем, в принципе, их крутить. Вот так это все выглядит. Вот, голд рулетка выбираем. И здесь показано то, что мы можем, в принципе, выиграть. Вот, даже можем выиграть воздушный шар, которые стоят очень, пацаны, дорого. Вот реально, здесь очень ценные призы. Просто смотрите, сколько машин здесь есть. Конечно, здесь есть и говно. Это всякие там экспишки, всякая херня. Но давайте покрутим, пацаны, давайте покрутим. Если нам шар выпадет, я просто охренею реально. Почти шар, кстати, выпал. Но выпадает экспишка, в принципе, как и всегда. Да, пацаны, это нормально. То, что выпадает экспишка, это вообще нормально просто. Так, давайте стартуем дальше. Крутим следующую рулетку. Всего у нас 15 рулеток, пацаны. Я думаю, этого пока что с головой хватит. Блин, лишь бы какая-то тачка выпала. Ну, выпадет сейчас золото, да, скорее всего. Так, это что такое? А, понимаю. Конечно, я не любитель, но ладно, пусть будет. Так, голд рулетка. Стартуем. Блин, реально хочется шар выбить. Просто у меня его не было. И хотелось бы, конечно, его затестить. Но, мне кажется, конечно, это шанс на 1 миллион. Так, тачка, нет? Серебро. Блин, очень было близко к тачке, кстати. Ну ладно, крутим еще раз. Вот реально рулетка новая, просто топчик, реально. Ты смотришь реально в таком ожидании. Она так еще красиво выглядит. Адреналин. Понимаю, блин. Понял, спасибо. Спасибо большое. Пока что ничего толкового не выпало. Мне хотя бы машину бы выбить, я уже был бы очень рад. У меня 7 рулеток, да, по-моему, осталось. Даже фотоаппарат не выпал, понимаете? Экспишка выпала. Блин, лишь бы какая-то хотя бы тачка выпала. Ну реально, хочется какую-то машинку прикольную. Пожалуйста, пожалуйста, Мерседес! Блин, Мерседес! Он стоит и столько лямов, блин. Мне вообще интересно, здесь реально что-то выбить? Просто я не смотрел других ютуберов, поэтому я не знаю. Типа, там вообще что-то есть? Типа, можно выбить что-то нормальное или нет? Сейчас по-любому экспишка выпадет, да? Не, ну понятно же, здесь рассчитано на то, что тебе там с 20 рулеток может выпасть что-то одно нормальное. Будем ждать, надеяться, то, что что-то выпадет. Но хотелось бы реально какую-то тачку, либо шар. Так, Камри могла бы выпасть, но выпадает, да. Понимаю, спасибо большое. Уже третий раз подряд. Ладно, давайте крутим еще. Почему бы и нет? Так, крутим, крутим, вертим, вертим, да? Ну только не экспишка, ну блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Почему? Почему? У меня там уже херня рулеток осталось. Просто, блин, если мне из 15 рулеток ничего не упадет, то я думаю, больше рулеток я покупать не буду. Какой-то подарок. Че, издеваетесь? Нахер мне эти экспишки постоянно падают? Можно что-то нормальное получить, пожалуйста? Я уже покрутил где-то рулеток 10, да, если не больше. Пожалуйста, хотя бы одну машинку, любую. Да нахер мне вот это, блин, а, бронза, это что бронза? А, понимаю. Ну ладно, хоть какое-то разнообразие. Ну реально хочется машинку какую-то, знаете, ну. Блин, ну тачка это круто было бы. Ну хотя бы любую машину. Какую-то хотя бы самую дешевую. Блин, хотя бы молот уже выпал, ёб твою мать. Зачем мне 50 тысяч? Рулетку одну можно продать, мне кажется, за лям где-то, понимаете? Я сейчас бы поимел бы 15 лямов просто. И себе просто продал бы рулетки, понимаете? 15 лямов так поимел бы. Но я все-таки надеюсь, что мне выпадет что-нибудь нормальное. Ага, и выпадает XP, да? Ну хотя бы Honda Civic уже можно было, ёб твою дивизию. Блин, сколько там еще рулеток осталось? По-любому херня. Ну, пожалуйста, что-то выбейся, пожалуйста, нормальное. По-братски, блядь, прошу. Ну, Lexus хотя бы, ну, зачем мне серебро? Что я с ним делать буду? Я не умею крафтить там какие-то предметы, поэтому мне, ну, не надо. Мне нужен автомобиль. Автомобиль, понимаете, нужен. Либо шар. Автомобиль, либо шар. Сейчас экспишка выпадет, да? А, не, понимаю. Обратно, блядь. Какой же раз оно мне выпадает? 10-й, наверное, 20-й. Ага, горд рулетки закончились, да? Фу, ладно,
Давайте еще пару штук куплю. Ой, только мне, если мне ничего не выпадет, я просто в шоке буду. Все, стартуем. Ну, пожалуйста, ну машинку любую, блин, чтобы я хотя бы немножко купился. Да ну-ка куда, блин, ну куда? Ну куда? Материалы 140, да зачем они мне нужны? Ну хоть что-то, пожалуйста, выпади. Хоть какая-то тачка, ёб твою мать. Пожалуйста, машинка, пожалуйста. Пожалуйста, блин, Мерседес! А, твою мать! Сука, твою дивизию, вы видели, как это близко было? Ну блин, вообще кто-то что-то убивал этой рулетки? Пожалуйста, напишите в комментариях. Может, я зря вообще кручу ее? Да, сейчас золото выпадет. Лучше бы мне Volkswagen Touareg выпал, бля. Вот почему оно дальше не полисталось? Там три машины, блин, три. Я просто не понимаю. Хоть что-то, пожалуйста, нормально. Любая машина, любая. Да зачем мне эти 70 тысяч? А, ну бронза вообще выпала, да? Спасибо большое, блин. Ой, последняя пацан рулетка, последняя. Если ничего не упадает, то все. Я, ну блин, пацаны. Я мог бы эти рулетки продать, 20 лямов заработать. Что, на приколе, какие 7 аптечек? Какие, блядь, 7 аптечек? Там Мерседес был дальше, блядь. Какие нахуй 7 аптечек? Так, погодите, сколько у меня там доната еще есть? Давайте, ладно, еще одну купим. Сука, это как-то как? Такой азарт, пацаны, это пиздец. Это пиздец просто азарт. Хочется еще крутить, блядь, всю жизнь, нахуй. Хочется брать и крутить, блядь. Так, где там эта рулетка? Вот она, давайте, юзаем. Ну, пожалуйста, ну хотя бы любую машину, ну, блядь. Я сколько уже потратил рулеток? Я понимаю, что чтобы что-то выбить, надо 100 рулеток где-то купить. Да ну нахуя мне этот косячок, блядь? Сколько можно? Я хотел машинку, блин. Ладно, все, пацаны, не вижу смысла крутить. Лучше донатик оставлю, переведу их в деньги, либо еще что-то с этим сделаю. Потому что, ну, мы покрутили 21 рулетку. 21 рулетку покрутили, и ни одной тачки не было. Просто я хотел именно хотя бы какую-то машину. Я там не рассчитывал на что-то очень дорогое. Я там, ну, хотя бы любую машину, понимаете? Самую дешевую хотя бы. Просто сама суть выбить рулетку. Машину, это круто, но, к сожалению, у нас ничего не получилось. У нас получилось только выбить всякую херню. Давайте я вам даже покажу, где там эта херня. Ну, реально, всякая дичь просто. Золото всякое. Я не умею крафтить даже, не знаю, где крафтить. И мне кажется, для того, чтобы что-то крафтить, надо побольше материалов, чем мне даже выпало рулетки. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.